Здравствуйте, это канал Максимадзе и GTA 5. Мы продолжаем играть, и нам кто-то звонит уже. Yeah, who's this? Да, кто это? Это Рикки из Life Invader. Бро, я знаю, что ты деактивировал Джей. Прости, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Братан, твои дела меня не касаются. Да народ стал величать Джей Богом, страшно возгордился. А ты, похоже, доказал, что он обычный смертный. Когда проект одобрили, начальство отдало его в урну. Теперь мои акции гроша ломаются. Мне очень жалко. Мне нужна работа. И тут я подумал, может быть, ты что-нибудь мне подкинешь. Я ведь умный. Вроде тебя мог бы кого-то разыскать. Ну, если что-нибудь подвернется, я тебе сообщу, окей? Могут помочь совершить ограбление. Ну, конечно. Ладно. Наступит новый член банды для ограбления. Это Рикки Рюкинс. Не трогай меня! Ты позвонил, чтобы мне это сказать? Нет, это я не тебе, это охранник из магазина. Возникло небольшое недоразумение, помоги нам разобраться, а? А, так ты меня все-таки хочешь? Ну хорошо, я еду. Правило одного звонка — это для настоящих полицейских, говно. Хотя ты, конечно, изменила Майклу с этим тренером по теннису, но... Не буду же я с тобой окончательно ссориться-то. Ну ладно, поехали. Чё у нее там не так? Сама за преступное дельце взялась или чё? Так. А там вообще далеко ехать? Нет. А, вообще недалеко. Да ё-моё. Валиваем, скорее. Спокойно, под контролем у нас все. Черт побери, их много. У меня все в порядке. Никто не попадет в тюрьму, не надо паниковать. Спокойно, спокойно, все у нас под контролем. Только 3 звезды, это много. Еще и вертолет летает. Да блин, ну они повсюду. Ненавижу, когда 3 звезды розыска. Я, конечно, знаю чит-код, как убрать уровень розыска, но... Мы будем честно играть, я не буду использовать чит-коды. Все-таки. Я. И когда, кстати, у вас задание выполняется, его нельзя, кстати, использовать чит-коды. В свободном режиме можно только это делать. Разворачиваемся, разворачиваемся. Спрячемся тут. Надеюсь, они тут нас не выследят. Пусть ездят где хотят. Меня они не видят пока. И надеюсь, что и не увидят. Черт, они все отстали наконец-то. Ой, полицейских не надо задеть бы. Вот сейчас тут полицейские.
только что меня полицейский увидел и, видимо, решил, ну его в жопу. Пусть делает, что хочет, да? После вот этого вот мы направимся к Лесту, пожалуй. Все, иди, давай, иди. Избавься от машины, нельзя ее оставлять перед домом. И да, спасибо. Не любит она что-то Майкла уже, походу. Выполнено. А, я автосохранение выключил. Сейчас включу автосохранение. Где оно находится-то, блин? Как оно тут включается только? Вот оно. Ладно, теперь мы направимся к Лестеру. К Лестеру Кресту. Он находится где-то на швейной фабрике. Не так уж и далеко она находится. Я думаю, мы спокойно доедем с вами. Будем заниматься грабежом. Надо же как-то деньги большие для этого Мартина Мандраса достать. Да ё-моё, ну что такое, а? Первые два видео, кстати, по GTA 5, это ужасные вообще по качеству были, даже в самом лучшем качестве. Все выглядело просто отвратительно. Ну, в бандикаме проблема. Почему-то он не хочет записывать полные вот эти вот, так как в игре настроен. Мне тогда в игре более-менее было настроено. Вот сейчас я в третьей серии я там ускорил свой этот процессор и... Он и Full HD спокойно тянул, но бандикам все равно не записывает в полных Full HD, поэтому извините. Но он хотя бы намного лучше записывает, чем в первых двух сериях. Там вообще позор просто. А сейчас более-менее. А вот в первых двух сериях вообще ни о чем просто. Качество отвратительное. Вот то, что сейчас, он более-менее. Ладно, бомб нет у меня, чтобы взорвать машину. Что это за дыра? Швейная фабрика. Мне нужно было свое дело, которое не потребовало бы от меня ничего, кроме уплаты налогов. Да, эй, слушай. Что у тебя? Священный Грааль. Федеральное хранилище. Они говорят, что его невозможно ограбить. Но пока еще ни разу не удавалось. Послушай, я должен одному мексиканцу пару миллионов баксов. Разнес в щепки и дом его девчонки. Так что мне сейчас не дошло. Какому мексиканцу? Мартину Мандрасу. Говорят, что у него скверный характер. Мы когда познакомились, он был весьма любезен. Ну что ты скажешь? Мы либо берем банк где-нибудь лучше, либо магазин. Что ты выберешь? Ну, магазин обычно проще. Но мне нужно много денег. Значит, мы будем брать с драгоценности. Поехали, купим обручальное кольцо. Нам понадобится еще команда. Как не смешно, пришел к Христу Моисей. Все ирландские психи исчезли, эти ребята с юга всех уложили. Был один парень из Восточной Европы, одно время светился в Liberty City, но он залег на дно. Это он про Нико Беллика говорит. Так, нам нужна банда. У тебя есть контакты в Лос-Антосе? Люди слишком ненадежные. Придется вызвать других парней.
Liberty City. Это главный герой GTA 4, Нико Беллик. Видимо, он прекратил заниматься преступными делами. Но я надеюсь, что он жив. FIB buddies, they know you're back in business. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Че ты тормозишь-то? Че-то игра заглючила, и вам так не кажется? Курсор куда-то пропал. Давай, нормально работай, не тормози, пожалуйста, а? Никогда же такого у меня еще не было. Чтобы ты опять тормозил, еще никогда такого не было. Вот это Redemption 2 надо тормозить, действительно, при записи. 2 или 3 FPS выдает. А это опять еще никаких проблем не было. Так что давай, нормально работай. Мы едем в ювелирный магазин. Его можно, в принципе, ограбить. Там драгоценности, знаете, какие миллионы стоят? Несколько миллионов возьмем, часть оставим себе, часть Мартину Мандраса, пару миллионов отдадим. Все остальное себе оставим. Ой. Все, вроде перестало лагать. Перестало. Окей. Так, заработал. Вот в этих интересные очки, в которых есть скрытая камера. Так, нам нужны фотки системы безопасности, сигнализация, вентиляция, камеры. Хорошо. Полезные вещи. Так выглядит, как обычные очки. О, спасибо огромное, дверь открываете. Так, консоль сигнализации на стене слева, рядом с дверью. Хорошо, хорошо. Эй, красавица. Мне нужно выбрать кое-что для своей второй половинки. Надеюсь, для одной из них. Сэр, вы непременно для вас что-нибудь найдем. Расскажите о ней. Какие у нее вкусы? Она любит дешевку, слава богу. Мы ведь не о моей жене говорим. Я не знаю. Не хочу много тратить. Может, 10 кусков? Наши кольца стоят от 8, кулона от 12. Хорошо. А эти штуки точно хорошие? Или я просто плачу за логотип? О, нет. Наши камни идеальной чистоты. Золото 18 градов, платина 950. Все самое лучшее. Ну хорошо. Вы меня уговорили. Я сейчас все обсмотрю и тогда скажу. Никуда не уходите. Хорошо, теперь можешь сделать фотографию. Сигнализация, вентиляционные шахты и камеры. Сигнализация находится где-то тут. Вот панель сигнализации. Давайте ее сфоткаем. Так, это сигнализация. Теперь щелкни в воздух соборник и одну из камер. Камеры тут... Да тут много камер, я вам хочу сказать. Что? Блин, я случайно сюда зашел. Я случайно зашел вообще сюда, блин. Ой, какого черта, а? Что-то зрение, походу, испортил совсем. Не смотрю даже, куда иду. А чё, нельзя было закрыть за прилавок? Вот камеры. Так, я представляю, как работают камеры наблюдения. Теперь сделаю снимок вентиляции и консоли сигнализации.
Так, что вот у нас система наблюдения и вентиляции. Теперь нужна сигналка. Ну, сигналка находится где-то... Вот тут. А вот и снимок сигнализации. Возвращайся ко мне. Я потом зайду к вам. У меня все равно денег пока нету. Приятно провести день. Нужно забраться на крышу, посмотреть, где выходит наружу трубы вентиляции. Давай побыстрее, Майкл. Я стараюсь как могу. Катай нас вокруг квартала, надо понять, как забраться на крышу. Это запросто. Найдите точку доступа на крышу. А тут где-то. Вон там стройка. Они выносят всю начинку, возможно, получится выйти на крышу. Ой, блин, тут же грязно везде все. После твоей смерти лично знаем, как угодно нас ничего не связывало. После какого случая ты ее видел? Я видел лестницу, попробуй забраться по ней на крышу. Какое-то время приглядывал за ним. Должен был убедиться, что он не обвиняет меня. И куда он отправился? На север, юг, запад, восток. Любой город, где можно разносить дребезги. Где его закопали-то? Закопали, я ничего об этом не слышал. Я на крыше. Мне нужно знать, откуда берется воздух, который поступает в вентиляцию. Система должна быть прямо над магазином. Это похоронили кого-то неопознанного. Я вижу вентиляцию. Да, я вижу твою картинку. Повыше поднимись. Я достал снимок со спутника. Похоже, самая высокая точка находится на северо-западной метке. Сделай снимок оттуда. А, тут нету лестницы. Придется так подниматься. Да куда ж ты? Теперь можешь сделать снимок с вентиляцией? Сейчас сфотографировали вентиляцию, теперь все в порядке. Так, возвращайся, пока тебя никто не увидел. Хорошенько разведку провели. Давай, Майкл, побыстрее. Я иду как могу. Можешь и подождать. Все, я тут. Забирай свои очечки. Возвращаемся на швейную фабрику. Я уже звонил, сам сказал, чтобы они начали готовиться. Что удалось заметить? Никаких особых препятствий. Да, вроде полный набор камер и данные на удаленный сервер. Можно вырубить на расстоянии. Охранник у двери не станет рисковать ради богатых выработков. Сигнализация подключена к любому замку. Если грамотно взломают, у нас будет достаточно времени.
Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. Вот so от первого лица, кстати, можно научиться тачку водить по шоссе. Честно говоря, не так, что мне это что-то получается. Все время что-то заносит. Беляю я что-то все время туда-сюда. Ну, так ездит, подумаю, что какой-то пьяный водитель сидит. Ведет машину. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say? It's your funeral. One of them, at least. Вождение навыку улучшается прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда с этим полнейшая. Да ебать. Вот фотографии. Мои сотрудники работать умеют. Так, давай-ка я их разложу. Приятно видеть, как твои методы не изменились. Ну, как-то понять, что... Ну, надо же, что мы делаем. Все группы, роли, подготовка. Не хочу оставлять улики на жестком диске. Так что методы не изменились. Это признак профессионализма. Зато я могу представить все варианты. Итак, склад. В этом я профессионал. А принятие решений — твоя работа, друг мой. Итак. Я вижу два способа сделать это элегантный или тупой шум. Помнишь вентиляционный шахт? Если мы будем умными, то выделяющий газ кинем туда и возьмем и просто украдемся. Если пойдем на пролом, то просто обойтись и стрельбой. Тебе 4 винтовки понадобятся, если выберешь такой способ. Но мы не можем их купить. Это очень заковыристо. Если поискать в полицейских фургонах, хакер отключит видеокамеры, и длительность отключения зависит от времени. Отключение тревоги тоже зависит от времени. Стратегия тоже совпадает. Выбранный тобой водитель, конечно, раздобудет несколько байков. Выходите из здания и уезжайте по новому тоннелю метро, который копает по шоссе. Потом вы отрываете от копов, встречаетесь с грузовиком по реке Лос-Сантос. Ладно, он обеспечит мой пацан Франк. Я готов рискнуть. Ну что у тебя на уме? Вламываться через главный вход или есть идеи получше? Я когда играл первый раз, проходил, я зачем-то выбрал громкий вариант. Сам не помню почему. Давайте лучше возьмем умный вариант. Стал умнее и осторожнее на старости лет. Хорошо. Выбирай подельников с учетом тактики. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Возьмем тот, который поопытнее. Эдди Тоу. Эдди Тоу, можешь рассчитывать на него. Он вытащит нас в любой случай. Стрелок нам понадобится. Вот этого возьмем поопытнее. Профи. Что можно еще сказать? Нам теперь нужен хакер, который будет заниматься. This guy, Ricky. Ricky. I met him at the Life Invader office. You may not be that good, but he's enthusiastic. Что ж, и он сказал, что ему работа нужна, давайте-ка его и возьмем. Let's take a chance on him. Давай его попробуем. Ну что, договорились? Начинаю подготовку. Great. Отлично, я займусь фургоном по дезинфекции и утоляющим газом, а потом свяжусь с вами. Ага. Хорошо, хорошо.
Я вызову тебя, когда все будет готово. Тебе нужно преподнести идею команде. Что? Моя репутация уже не котируется. Майкл, ты же мертвец. Я тебе позвоню. Да-да. Отлично, теперь идем... едем домой. Ух ты! Ты чё, блин? В самом деле-то? Эй, как дела? Привет, это я, Майкл. Что стряслось? Слушай, мне нужны деньги, чтобы закупить за дом, который мы разнесли. Я набираю людей для... сам знаешь для чего. Денег будет мало, поэтому дело будет рискованное. Зато ты сможешь кое-чему научиться. Да, это не самое лучшее предложение работы в моей памяти, но с чего-то надо начинать. Вот именно. Мы чему-нибудь новичку работу предложим. В общем, мне надо к следующему подготовить, так что пока подожди. Мой приятель Лестер с тобой свяжется и расскажет, что да как. Ладно, поехали домой. На такси, наверное, поедем туда. То далеко, что-то сильно. Здравствуйте, мне нужна машина. Уже едет, сэр. Спасибо огромное за звонок. А, точка, в принципе, не пригодится. В Лос-Сантосе, я вам скажу, самое лучшее такси. Тормози. Я ищу снаряжение для нашего визита в Юлиан. Это заметно к требованиям. Почему бы не провести этот остаток отпуска вместе с семьей? Это да. Я это и делаю, собственно. Собственно, я это и делаю. Только вот что-то не очень-то складывается. Семья что-то Майкла не очень-то уже любит. На следующий день чипсы из картона как будто сделаны. Даже чувак, у тебя вообще есть член? Мы из гермафродитов, которые рождаются из этих самых. Спорим, ты очень любишь делать, чтобы тайком потом сгораешь от стыда. Да черт возьми. Джимми! Ты что это делаешь, а? Ничего, правда. Гермафродит, что-то я слышал, и все такое. Чего? Посмотри шоу по ящику. Позыри. Только отстань. Да пошел ты, ленивец. Какого черта? Мелкая наглая сволочь. Как ты мог мой телевизор сломать? Не смей так разговаривать с отцом. Мама была права. Ты по-другому не умеешь ничего делать. Но ты и мудак. Сделай хоть что-нибудь, и не стой тут как истукан. Можешь ударить. Этого хочешь, чтобы я ударил тебя как собственный сын? Ну да. Нет. Я хочу, чтобы ты сделал чего-нибудь такое. Не только на жопе сидел. И жрал. Спасибо за урок, он много для меня значит. Постой. Я просто хочу тебе помочь. Свидетельство любви, чем разбитый телек, может быть, да? Ничего. Прости. Я просто хочу, чтобы мы с тобой что-то вместе делали. Да, и что же? Не знаю. Ну там гуляли, мяч играли. Знаешь, у меня проблемы с железом. Покатаемся на великах? На великах? Ты хочешь кататься на великах? Хорошо, поехали кататься на этих сраных великах. Вот черт. Может, покатаемся на великах по пляжу? Я хочу тебе показать кое-что. Хорошо, поехали туда.
day was going so well until you showed up. You know that? Да, машина моя телепортироваться, походу, умеет. Now you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. I'm going gray listening to this crap. Кстати, вот знаете, что вот миссия вот эта вот с яхты, где Вагасы украли яхту. Где нужно было им продать, они взяли и украли просто. Там, где мы с Джимми спасали с Франки. Где мы за грузовиком гонялись во второй серии. Там, короче, если кому-то интересно, там по сюжету грузовик потом скрывается, потому что машина Аманды ломается. Я решил попробовать объехать грузовик и застрелить водителя. Нет, грузовик не остановится, водитель не получает урона совершенно никакого. И колеса, кстати, что-то тоже не лопнутся. Так что остановить грузовик вы не сможете никаким способом. Это я вам так говорю, если кому-то интересно. I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt men of your generation have left us. You're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way. Вот ретро-машина. Так, кабриолет зато классный, ездит, сзади достаточно быстро. Да тут вообще все машины быстро ездят. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well. I had to protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Here we are, the bike rental. Вот моя контора, мне можно взять велосипеды. Только не стреляй в менеджера по привычке, ладно? Не будем мы ни в кого стрелять. Эй, ты, два велосипеда, пожалуйста. Выбирайте, что хотите. Выберите велосипед. Давайте-ка, ну, Майкл у нас синий цвет предпочитает. Ах, ну, ну хрен с ним. Я на зеленом поеду. Соревнуйтесь с Джимми на велосипедах. До конца пирса, ладно? Если ты проиграешь, тебе придется изменить свою жизнь. Забей, ты уже изрядно сдал. My body isn't meant to work like this, but I'm making it to beat you. Черт побери, он обгоняет. А я не знаю, как ускориться-то. Hey, я держу shift, это максимальная скорость, по-моему. Че посоревнуетесь-то? Он по-любому, мне кажется, тут выиграет. Ну-ка, а как это от первого лица? О, от первого лица мне больше нравится. Давайте-ка от первого лица кажется, что ты быстрее едешь на велосипеде. Я вот любил летом на великах кататься. Да и сейчас люблю на великах летом кататься. Только сейчас не получается. Сейчас снег еще не хочет таять нифига. Хотя сейчас, в принципе, все эти холода меняются оттепелью, так что все нормально. Беда вот только, куда ж я поехал? Так заговорился, что поехал совсем не туда. Вот это. Еще и с этим коронавирусом беда, конечно. Отойдите с дороги, чё шатаетесь тут? И с работы из-за этого проблемы, и со школы. Масок не осталось вообще нигде. Не осталось аптек, где их можно приобрести, блин. Всё. За сутки искупили буквально. С тех, кто могли. Те, кто могли, то все. Hey,
Ну вот и все. Я победил. С тебя телек. Мы так не договаривались. Ты знаешь, это здорово. Типа общаться, приятно, все такое. Ну да, я старался. Весело проводим время, да? Не смыслишься в том, что такое весело. Да ладно. У тебя кризис среднего возраста, поэтому я должен тебя утешать. Ну так Трейси никогда не цепляешься. Потому что Трейси не покупает машины и непосредственно не вгромилой в дом. Никто не похищает. Лишь бы попасть в телек, она готова на все. Не смей так говорить о сестре. Извини, конечно, но это правда. Они по странице Life Invader. Сегодня она тусуется с какими-то продюсерами и чуваками с порноиндустрии. Ты о чем? Вон они там сейчас. На той яхте. По сравнению с той, которая твоя, просто старая. Impressionable girl, drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here. Вот почему мы сюда приехали. Fuck. Dad, wait. Пошли в жопу. Неизвестные номера какие-то. Выключу нафиг телефон и все. Задолбали уже. Наверняка лже-банкиры какие-нибудь звонят или что-то еще. Был такой случай не так давно. Плавание повышает выносливость, да, я знаю. Там две йети стоят. Как они называются-то? Кстати, если нырнуть, можно подводный мир разглядеть. Выглядит так прикольно, вообще офигенно. Только долго под водой не пошаришься. Без этого. Как его? Это было здорово, знаешь, свое дело. Я профессиональный танцовщица, да? Эй, полегче. Идем, дорогая, я заберу тебя отсюда. Ты меня позоришь, это ведь мои друзья. Да, старик, ты ее позоришь. Что они здесь делают вообще? Везде снимают. Прошлым летом я даже знала, что... Чего? Идем, идем. Постой. Пошел отсюда, блин. Пошли. Не хочу в ужасные дела своих детей вцепить. Чё это они задумали? Чё он, не убивается, что ли? Не может быть, ты убил их. Дыши глубоко, я отведу тебя к брату. Ты соучастник убийства. Ничего подобного, ты соучастник самозащиты. Я должна давать показания. Ты кокс? Ну да, возможно, чтобы не подавать показания в суде. Никаких показаний, вообще не будет никакого суда. Oh,
fucking asshole, okay? He smashed my TV. Он расфигачил мой телек, потащил меня на пляж. И чё? Ты отправил его за мной? Я не знал, что он будет за тобой поблёк. Просто сказал, где ты. У него взгляд такой бешеный был. Я такси поймаю. Я отвезу вас с собой домой. Ты мою жизнь угробил. О, жесть какая. Нет, триатлон не нужен мне. Ладно, на этом предлагаю закончить, наверное, серию. Всем огромное спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вас лайк, короче, лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем до свидания.